Нам в этом сезоне свойственна определенная нестабильность. Это издержки новой строящейся команды. Поэтому сегодня победа нужна нам была как воздух. Но, честно говоря, когда пропустили гол, я немного испугался в том плане, что в последних играх «Фортуна» начисто от нас отвернулась. Мы иногда пропускали, но просто невероятные голы, ничем не объяснимые. Ну, благодаря Гене Близнюку и характеру всей команды нам удалось одержать волевую победу, чему мы, безусловно, рады. Спасибо. Сергей Витальевич, вам слово. Ну, хочу сказать, что чисто проиграла сама команда. Вот. Мы знали, что будет тяжелый матч. Мне этот матч немного напомнил матч Гомель и Шахтер, когда уже Гомель несколько матчей проиграл, потом поехал в Солигорск. Мы предупреждали команду. Вот. И можно сейчас считать и штанги, можно считать голевые моменты, можно считать индивидуальное мастерство вратаря, там, допустим, и Близнюка. Но команда сама проиграла, и я знаю почему. Вот. Для того, чтобы что-то серьезно выигрывать, надо, чтобы был дух победителя в команде. Вот. Я думаю, что еще команда не доросла до того, чтобы решать серьезные задачи. Потому что так как первый тайм, так команда не должна, не имеет права вообще играть. Вот. Любого уровня. Особенно если у тебя есть какие-то амбиции, у тебя есть какие-то цели, какие-то задачи. Поэтому полностью проигрыш на совести команды, тренерского штаба. We'll be right back.